Я поднять как-нибудь человека могу, если я ГПшник? Нет. Резать могут только сможешь его забинтовать. Только забинтовать сможешь, и все. Так, команда, ко мне. Я хочу, чтобы все подошли на пятерочку сейчас. Свои, свои. Димка, я могу тебя полечить. Мертвые тоже могут разговаривать, если что. Шус, разобрался, как ралик ставить? Да, нужно больше людей. Ну да. Оно просто не пишет, когда радио ставишь, что подожди, пишет, нас, Шус. Нужны люди. Окей, я тормозну тут, зеленки. Ну только себя вижу и все на карте. Ну и кого-то еще далеко. Давайте, ребята, я вас жду. Нет сил ждать, где вы пропали? Подхожу от тебя на... Ноги болят. От тебя на 50 где-то, на высоте снайпер. Слышу, я слышу, как он работает. На вину... самом холме. Да, я его вижу, он сверху на 30. Менял позицию. Я умираю под мостом, справа от вас. Тихо-тихо, смотри, не уходи далеко. Смотри, нужно поставить здесь радио будет. Не ходи далеко от меня. Все, пошли со мной быстро все. От вас на востоке противник, отделение. Ко мне, обнимите меня. Отлично, все, можем теперь здесь появляться. Давайте, на восток. Слышите, М-ка работает, убить его. Радую, я тут сзади лежу, если чё. Как лечиться? Опять по новой. Правой кнопкой мыши. Подай с мостом, под мостом. Я попросил под мостом разобраться с проблемой. Слышали меня? Да. Я хуярю, я разбираюсь уже. Да. Убил троих. Сзади подчищаю. Раду, с левой прикрой. Стороны от моста должно быть. Они со всех сторон. Джокер с левой стороны от моста был, куда? Высоты по нам стреляют, с высоты азиму 345. 345, слышу и вижу. Очень даже. высоко очень. Проблема под мостом решена? Ну, да, похоже на то. Убили всех. Хорошо, выдвигаемся на север на горы и ищем там радиостанцию, уничтожаем ее. Прикрытие. Нужна медицинская помощь, я ранен, пулеметчик убил. Хе,
как лечить? Как лечить? Ранен, ранен. Убил. Лечу. А смотри, достаешь бинты. От когда ты сознание бинты, тоже походу. Я понял. Левой кнопкой перевязывать кого-то, правой кнопкой перевязывать себя. Джокер, давай быстрее, тут три трупа. Надо помочь. Поднимай быстро шус. А как доставать бинт? На 5 вроде бы. Да там по-разному, блин, думаю. Лопата будет. Так, парни, очень тяжело им. Они запрашивают нас вернуться назад на точку, потому что они не могут удержать ее с северных гор. После лечения уходим на север, там ставим фаб и ищем американцев и вайпаем их куем собачьим. Откуда пришли, да, возвращаемся? Ну, не совсем, только чуть севернее идем. Кстати, если ты даже не медик, можешь стабилизировать чувака раненого. Чтоб он не сдох раньше времени. Ну, ништяк. Не толпитесь, возьмите периметр пока. Двойной хил. Давайте, уходим, да, на север, быстро. Они там не могут без нас. Вижу, там на севере, наверху по горам они бегают. Я не под ними. Там американцы. Я подсмотрел только, что там американцы. Давайте справа обойдем. По горам. Я сейчас пулеметчика буду гасить, который оттуда стреляет. Пацаны, давайте идите туда, а я вас прикрою. Начинай прикрывать. Ух, РПГ тут. Прикрывайте, ребят, по нам хуярят уже. Подавить никак я не стреляю. Ну, мы уже стреляем по ним, Дима. Вот спиной точка. Я просто сюда пойдем. Четь палево. Когда появляется точка, которая называется ФАП, ФАП, это значит, что их радио рядом. Наверху будет справа написано ФАП. И его надо уничтожать. Слышите, нахуя нам вообще в ту сторону воевать? Ребята, очень просят вернуться на точку. Очень просят на точку вернуться. Забиваем на ту гору или что? Что же рядом? Скотина, блин, а? Посмотри, ты не врач? Меня ёбнули. Никак, нет. Появляйтесь на точке 5. Точка 5 не на радио, на точке 5, которую я поставил подниму. На точке. Бегом. Мы живы-то. Что происходит со мной? Я кручусь на месте. Все в порядке, ничего не трогай. Нас спектр расстреляет, я мертв. Радок умер? Джокер в спину снайпер стреляет, да, в спину снайпер. Блять, троих уебал на точке. Бегом нахуй, быстро сюда. Что за хуйня, где отряд? Я умер, Радок. Точка наша. Точка 5. Все. Сидим тут. Почему ты не появляешь?
Я тоже нажимаю заспауниться на это, 9 жизней, а нихуя. На точке 5 не появляется? Не, не хочет. Не. Мне нужен человек, чтобы поставить новую точку. Подошли ко мне рядом с точкой 5, обнять меня, быстро. Завтра, кстати, обновление выходит. Завтра с утра будет большое обновление для склада. Слышишь, нет? Это ништяк. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Такбир! Такбир! Yeah, boy. That's what happens when you don't have fucking, point to this fucking H1Z1 or something. Just wait till the update. Role playing. We've got 30 minutes until update. Russian squad. Hey, how you doing? You should speak in Russian W. to Bush. Be in our no squad. Shit. But you can learn Russian with us. Сука, блядь, yeah. Сука, oh блядь. My god, bull. Yeah, you just say vodka. Balalaika. Balalaika all the way. Давай, давай, давай. Путин, давай, балалайка, давай. Наташа, давай, Наташа. Давай. А есть смысл оставаться, захватывать эти флаги или дальше может рашить? Дальше давай, мы пойдем сразу есть в центр дальше, города. Смысл пойти. А как, куда идем? Вверх, вниз, центр, именно центр, центр? Наверное, центр надо, КВ и так возьму. Хорошо, я побежал. По итогу самый борщ будет в центре. Блин, горло болит немного. Шус. Я слушаю тебя. На какую точку идем? Центральная. Шус, поставь тени лоу и посмотри, ебать светло станет. Хорошо. Кстати, у меня на этой карте очень много сейчас FPS. Такбир. А что на предыдущей карте не понравилось? Ребята, слушайте, какие настройки? Когда начали кричать Аллах Акбар. Настройки? Какие настройки отвечают за, типа, вдалеке, короче, размыто? Какие настройки? Вдалеке у меня размыто, как это? Постпроцессинг, постпроцессинг, ну радуга, у меня тоже размыто, даже когда на лоу ставишь. Можно в настройках файлов игры, там есть одна настроечка, можно единичку на нолик поменять, и тогда вообще не будет никакого размытия. Бля, это просто необходимо сделать. Так, давайте далеко от единички не отходим на карте, сейчас будем ставить сначала радио, потом ралли поинт. Я около тебя. Мы, кстати, свои фраги увидим. Да, а все уже можно? В конце... Ну, когда мы были пятый мы, склад, мы первый не склад. Могли. А, мы первый, а сейчас да, мы первый. Альфа. Слышь, так ты КС нахуй. Диктуй правила им, блядь, наш. Диктуй правила, понял. Говори, чтобы двое поторопились, то есть вторая группа. Я уже как бы в дальний рассказал, что им делать. Смотри, как они на карте красиво идут. Красиво. Все так... Не то, что так, делаем радио, прямо тут, играют. В доме. Быстро ко мне. Готово, нах. А я забыл взять медика. Бегу, автомат.
Я медик. Центральная точка все, там деф до конца. Сейчас американцы попрут. Это ГП было? Да. Это я. Ко мне быстро ралли-пойнт поставить. Бегом. Раджа. Хорошая работа, Джокер. Пошли. Так, гайс, давайте. Я сказал, что мы займем позиции и будем удерживать эту точку от проклятых американцев. Начал захватывать. Мы не можем тут пока захватить точку. А, да. Уже американцы есть? Нет, просто еще я черед не подошел. Надо занять удобную позицию и ждать. Сейчас будем, скоро сможем. Вот сейчас вторая точка захватывает южную и сможем. Нам бы еще южную взять, там южная такая тоже непонятная. Да, не, забей, забей на южную. Главное вот эту взять. Они взяли северо-восточную, юго-восточную, сейчас сюда придут все. Да. У нас что-то долго... А спускаются с высоты азимут 105, вижу 3 человека. Ну давай, начинаем их принимать. Сошек тут нет никаких? Нет. Нет. Не, есть на пулеметах вроде как. Как жать? Не знаю. Давайте я залез, парни, в этот под. Мне кажется, в трубу север идти сейчас. Уже в городе одного положил. Они уже у нас. Много. Медик будет, я валяюсь. Мы точку захватываем, мы точку захватываем. Симка к тебе подходит. Подавил просто. Точка почти наша, пацаны, не умираем. Contact direct east. Хорошо, она наша. Теперь тупо не подпускать их. И сидеть здесь до победного. Джокер, ты где находишься? За контейнером, красные враги. Рядом с Шусом или нет? Не, я в сторону Шуса. Я рядом с третьим. Ты рядом, южнее флагов, Джокер? Не знаю, Рот, я у... Вижу контейнер. Американцы проходят, южная сторона. Радуга, граната. Назад. Я еще через гранату сейчас пойдем убивать. Давай, я налево тогда пойду. Я сейчас кину. Понял, ждем и потом идем. Точку отхватывает у нас, по идее. А нет, нет, нет. Джордж,
Короче, вот настройка. Я в угле, тут перестрелка. Я убил 5 человек! И еще один там! Живи, я тебя вижу. Я сейчас его убью. Он град достал. Я знаю. Он с забором сразу, Димка, или слева? Слева, походу. Я не вижу. Я не знаю, либо это был он, либо мне показалось, какой вы знаете. Здесь не хотите. Судя по карте, все ушли от маяка и ушли на юг у нас. Все, его убили, зеленее. Все, он мертв. Я убил, значит, да, значит, это был он. Я ранен. Я резну, орло. Умирай, ты меня слышишь? Слышишь меня? Слушай меня, смотри на меня. Перебинтуйте его, у кого есть еще аптечка? Лах, это ты? Не, а, опять кинул, что ли, далеко? Не-не. Ты видел тут? Я не видел тут. Не-не. Так, ребят, нужно закрепиться здесь на точке и не выходить никуда. Мы не атакуем сейчас. Up on the hill, bearing 105. А, да-да. Тут мы их вайпнули, слышите? Все, давайте назад. Ебать, в спину стреляют. Хуя, стреляй потом сзади с гор. Не подцеляй, не подставляйтесь. Сказали 105 же, чувак. Ну и хуй с ним, пусть там сидят. На драке, точка-то наша. Кирилл, ты можешь могли ходить туда? Ну, за меня контакт близко. Где ты есть? Какая часть города? Северная, восточная, южная? Север. Я к тебе подошел. Там где дымы? Да. Я пришел к тебе в ОУ. Мы можем радио поближе поставить? Ебать, ребята, нет. Здесь дохуя, вот моя точка самая-самая нижняя, самая южная. Терентия положили, блядь, в проходе. Меня положили, видите, самая нижняя точка, самая южная. Вот там дохуя около меня, человек, наверное, 5 было. Что, ты живой? Да, блядь, перестреливаюсь тут с ними. На точке там, американцы сзади. Надо валить с этого аула, походу. Северная часть города, 75 градусов. Достаточно, целый сквад, походу, идет. Точно так, ранен. Вот они воюют. Сланг веду с радугой к ним. Я в доме тут. Но тут нет прохода, ничего нормального. Радуга, подойди ко мне, надо рюкзак поставить спавн. Ты где, на втором этаже? На первом. Со стороны дороги. Ну вроде поставили дом. Надо было в дом засунуть. Да похуй. Мне кажется, они перешли дорогу, идут сейчас на север, на 300. Не-не, они где-то тут, походу. Я вернусь назад. Я их не вижу. На юге стреляют. Да, смотри. Там где дымы опять белые. Рядом с тобой, слева, слева от тебя, в заросле, по полдороге, по заросле. Хорошо, молодец. Еще есть, левее. Убегает. Кусты лег. Билет, можешь я ниже тебя? Можешь я билет слишком. Я умер, блядь, я ниже умер, ты, сука. Ну, южнее, ты видишь, точка самая южная. Аккуратнее там, если не сможешь, то я резко слушаю. Около меня
не смогу. Нет. Уебал одного радуга, который тебя убил. Блин, надо второго медика взять. Меня два ранения. Jump on me, dude. Get me off this ladder. Push. Just jump. You should be able to get me off. Шо, с ралли-поинта нету, сломали. Oh, you're moving me. Как нету? Yep, you're doing it. Нет, был сразу жизни тогда. Ну беги с рации. Сейчас выйду, как лютый ты. У меня мало хп. Уебал. И умер. Давай, Димка, за тобой. Погнали. Сука, меня резнуло на базу, кидаю гранату под себя, блядь. Можешь сейчас написать в консоли suicide и просто сдохнешь. Но эффект, в принципе, тот же. Мерик! При близких контактах не имеет смысла прицел нажимать, я вам буду. Тут мертвый, ты Джокер, не видел? Да-да-да. Который стрелял с 15. Отлично, я здесь. Эрик! Санитар! Шо? Так, мне нужен человек, который сейчас будет около... Санитар где-то, алло? Там... Санитар! Блять, меня ранили! Сзади, в тылу у нас, сука! Рад... Ой, Джокер, Джокер, резни, я упал. Джокер, резнешь? Да, да. Терентий, если нас слышишь, микрофон. Спасибо, Джокер. Да, Терентий. Только слышу, когда рядом стреляют. А меня слышно? Нашу да, зону да. Захватывает, алло. We need defenders. А где, где? Не видишь? Они здесь, где-то рядом ходят. У них там было отделение на нордсейс. Нордсейс. Я вижу, только что видел. Я тебя резну, мэн. Ага, хорошо. Лол, тут код лидер за медик играет. Давай спрячемся. Так, спасибо. За контейнерами, за контейнерами, ист. Бать, свои склаша, бля, хуя. Они, короче, дикой. Дать им пизды. На них бежать. Я умер, рад. Я тоже погиб.
тип, я иду назад. Ебать, их тут дохуя. Они, походу, все решили нашу точку атаковать. А, блин. Кровью стёк. Тут не пройти, Джокер. Живо. Раду, так, Раду, можешь меня шкрябать в доме, я тут внутри. Филяю. На юго-востоке есть бегут опять. Кто около красного контейнера? Слева за ним с контейнером. Слева. Черепучая медицина, трудно работать. Да? Че, не работает? Не, я только сейчас забинтовал. Где-то похилил рот. Блять, че это в хуйня? О, о, мулцумеск. Я его поднял, ну это че. Бегут, бегут с севера, север друг прибегает. Ну ты чего, да? Все готово. Джокер с севера. Вот в переулке там, вот там, да-да-да. Глядим. Блять, справа, справа, Димки, справа, справа, Димки там есть. Чуть меня не убил. Рада, похилишь меня? Ты умер? Да-да-да, тут что-то взорвалось, блядь. Ну, гранаты кидают там, погоди, не могу. Бегу, сейчас бегу. Димка, под тобой там есть противник. Я бегу, бегу. Под стеной, да? Да-да, с левой стороны, я тебя под стеной. Где? Тут, тут он валяется. Бен Бэк. Я hello mate. Hi, good route. Played PR together for years. Yeah. I'm currently playing squad. Yeah. I work for squad. Yeah, sure. I know. Oh, yeah. So, I was wondering, if you'd like to join us on a Skype group of people who like Russian players or squad friend, old friends of ours from Project Reality. Yeah, sure, why not? Okay, so I mostly just use it like when we have these streamers come on. I just tell the Russian friends of ours like to go play with them and show them a good time. Yeah, I'm currently playing with these guys. Yeah. That is my Skype. You can contact me after you play, I guess. That's fine. No big deal. Yeah, sure. And come hang out with us. And is Clan 4 one playing squad or just you? Sorry? You guys from your clan. Actually, there's only one guy who can play it. But he doesn't bought a key yet, so I don't know. Alright. All good. Yeah, sure, sure. Okay. Sure. Cool, man. Have a good one. Yep. User left your channel. Сейчас меня там разработчик сейчас нашел в TeamSpeak, блин. Хочешь, чтобы я потом что-то там с вами, блин, замутил? А ты кто? Да я так. Просто игрок, то есть я не состою там. Разработки, к разработке игры не имею. Помогите мне, блядь. Вы ёбнулись, хоро там пиздеть, блядь. Чисто. Ой, блин, ой, блин, ой, блин. А, пусти меня!
тебя перестреливаю. Блин, гребаный баг. Гребаный баг. Надо больше присутствия на точке. Давайте застроим точку, сделаем крепость там. Давайте. Давай, пиздато. Потом они захватят, и мы... Нихуя они не сделают. О, подойди ко мне, кто-то бежит. Давайте сделаем здесь спам, Терентий. Поближе, пошли. Ой, захватывают, парни, точку захватывают. Какой под крепость потом. Радуюсь за спину. Убил ты джекутера, я ранен. Рад, там не пройдет. Так, я ранен. Будет доктор? Но я живой. Мне просто нужно крови влить. Ой, человек-доктор не перестроит. Два медика на отряд. Ну, из девятих, девятерых это мало. Я тут побуду. Да не, нормально, просто мы медики должны сейвиться, а наши они должны. Я в доме, я закреплен, мне нужна помощь на единице. Возле тебя там. Ебать там дичь. Это кто? Это Шус лежит, ну? Нет. Дим, какие гранаты туда? А он перед доме там не залетит. Кошки маленькая, мальчик. Может мне хотя бы... А ты в такой хуевой позиции, Раду, я не медик вообще. Я... Если отойдешь, я просто обхожу уже. Я как я твою себе сознание? Димка, блядь. Я убил одного на Раду, но там еще были. Да, убили. Бьемся, держимся. Блин, я мог бы вас резнуть, зря вы дёпнули. Ну ладно, я-то точно не мог, я далеко был. Да я тут в доме, у него ник на был. Меня в дед убило. Асмодей? Асмодей вообще играет с нами? Да, я его видел, он тут бегал. Раду. Стреляю в другом складе. Да, Асмодей вообще в другом складе, блин. Что, не нашел наш? Типа замеров пошел. Да не, он за талибов в третьем складе. Чем-то забыл. Наш склад просто ему недоступен, потому что зашли другие люди. Надо будет собраться в скайпе и... Да. У нас 105 контактов. Главное держать точку, джокер, там наши пацаны уже дело делают. Джокер, красные точки это походу враги. Красные контейнеры, короче. Джокер, не умирай, Джокер. Радуга, вот тут меня обстреляли, уж сильно будь осторожен. Вот прям в дверь забежал, в дверь хуй. Мёртвый талиб лежит. Это доктор? Да, он... стой, он давно уже мертвый там лежит. Забей, он уже не поднять его. Бэй, ты мог меня поднять? Ты видишь, откуда стреляют? Не. Тебя? Блять, у нас американцы на точке, где я появился. У радио. У радио? А, это Mad Max, я вижу Mad Max, Mad Max, лежи. Парни, у нас у радио. Я живой, я только раненый. Они его взяло, я тебе больше скажу. Отползи. Что с радио сломать? Я одного убил, но там еще двое. Блин, надо их как-то обойти с другой стороны. Парни, на радио проблема. А! Тут близко очень один с подствольника только что стрелял. На НГ
ко мне, сделаем спаунпоинт еще один, чтобы его не потерять. Бегу. А потом от ядра сына. Ты, блядь, вот скажи. Прости, честно. Дима, да. Хуя по мне стреляешь. Я испугался. Посмотрел на меня? Я тут. Вы сначала спаунпоинт. Я выглянул. Давайте. Страшно, пошли. Сука, не двигается даже крыса. Тереш, тебя убили? Да, да, да. Их там двое, я умер. Вот. Их там двое. Гивапай на спаунпоинт и дальше им пизды там в этом доме. Гранату сейчас брошу. Пошла гранаты. Блять, нас хорошенько так жмут. Радио можно появиться на радио. Их убили, что ли? Да. Дай, кажется, еще один, кажется, живой здесь где-то. Отойди, граната. Все, он мертв. Он мертв. Отойди, граната, нахуй ты идешь. Меня не граната убила, алло. Радость. Я говорю, хочу бросить гранату, не закрывай, да, проход, да. Отойди, граната, блядь. Через склады кипеть можно, когда я вылетал и не мог зайти. Нет, нельзя. А, смотри, понятно. Нельзя. Нет. Давай создадим новый сейчас. В следующей версии добавят функцию кикнуть из склада. Да не, мы, блин, не увидим. Давай уже на следующей игре. Раду, рейс. Смотри на следующий будет. Да я уже рейс. Блять, что это за гранаты? Гранату кинул, блять, кто гранату? Так это. Алло, что это было сейчас? Что это? Кто было? Это, сука, гранату? Не знает. Это моя была, которую я так и не бросил. Ёп. А будет поднять или как? Я вообще не могу группу вашу найти. Нашел первый тут. Я поднимал, смотри. Заметьте, я уже мертв for good. Джокер вообще нормальный парень, от души. Слушать умеет парень. Не двигайся. Надо на точку вернуться, наверное. Блять, здесь хуй залезешь. Чё-то не могу появиться на радио на спаунпоинте. Интересно, что за бред. На радио появился нормально. Блять, они забирают точку у нас. Мерик! Граната через аулы, блядь. Пускай закусит. Пиздешня. Доктора надо тут. На мою цифру. Да, я тоже скоро сдохну. Эрик! Санитар! Сейчас, сейчас, погоди. Уебал тут одного пулемёта. Жив, я тебя вылечу.
Да не, я сдох, все, не парься. Бля, я только подбежал к тебе. Спаунился почему-то. Я ждал секунду. 20. Знаю, я вот только что появился, все нормально. Странно, а ты как, просто один раз нажимаешь или делаешь? Я кликнул два раза по нему. Тихо, 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 блядь. My bad, my bad. Sorry. Yeah, I killed him, it's okay. Сейчас гранату кину. Стойте. Убил его, не? Стойте, блин. Я его убил. Ладно, граната во двор улетела. Чисто. Настоящий талибан варфайтер не боится проверять лицом. Аллаху акбар. Давайте это, на точку. А, да, слышишь? Терентий и пусть будет Димка. Вы тут оба? Да, 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 командир. А, да. Идите, найдите их радио. Мне нужно найти их радио, откуда они прут. Как узнать, когда там на надпись будет где-то? Справа сверху будет написано FAP, когда ты найдешь. Как точка, только хорошо. FAP. Это они в лесу где-то, да, наверное, что поставили? Не, не справа, слева. Нет, сверху. Это такое же радио, как у нас стоит. Я просто надо найти визуально. И просто пострелять, да, по нему? Нет, просто рядом. Просто рядом попусти. Находиться. West? В КВ говорил. Ебать, на West, короче, говорят, американцы сейчас с запада прут. Да, они наше радио взяли, смотрите. С запада идут. Так, давайте пойдем другим путем. Ко мне подошли, радио новое поставлю здесь. Если они перенесли свое радио на запад, чтобы нас атаковать и наше радио снести, давайте поставим новое здесь. Тогда искать нет смысла, я понимаю. Быстро ко мне. Есть, на западе оно, ищи. Ко мне. Вот Марк, куда убежал? Ты же меня видел, назад. Разве? Блин. Вот вон нормально. А, вот и где. Ща, они наши разнесут, не спешите. Они наши сейчас как раз снесут, и мы сюда новое пизды поставим. Пока возьмите периметр, но далеко не отходите, когда позову подойдете, хорошо? Естественно, мне пишет, надо range of friendly forward base, когда я пытаюсь построить оборону. Почему? Мы же вроде на территории базы, даже на территории триггера. Ну, там, по-моему, 200 метров, что-то такое, от фаербазы можно строить всякую фигню. Не, просто мы уже тут, я прям нахожусь вот здесь, типа, я прям на точке на нашей, почему не могу ее укрепить? Даже вот видишь, справа сверху флаг, типа, есть. Не на точке, а у фаербазы, у тут фобы. 200 метров до треугольничка. 200 метров. А, понял. О, давай кидаем рацию. Они снесли нашу группу американцев. Вот, вот сейчас поставишь ее и сможешь строить. Нихуя ты разговариваешь. Пацаны, пиздатый мосток. Да, да вообще заебись. Нормально. Давай ее закрепим. Ты же строй нахуй баррикады. Шус. Не, пацаны, это не стройте. Это я поставил, это хуево, это не строю. Блин, может кто-то на стройме стоять будет? Так, поставить, копайте вот эту, копайте вот эту. Давайте разом. Это фугас, что ли, но? Да не, это... Сереж, ты идешь? А все, она откопалась. Следующий проход и следующий проход. Я только это докопает, давайте сразу на следующий проход идите. Вон, второй проход тоже закапывай. А как выходить отсюда? По лестнице будете сейчас вылазить. Через крышу. Так, вот лестница. О, я могу ее сам поставить, и сам по ней уже могу лезть нормально. Так. Так, ребята, вы рискованные? Если рискованные, я сейчас бункер поставлю вторым этажом. Будете бункер? Да, давай. Давай.
рискованно, я поставлю, я построю. Сейчас, я всю жизнь мечтал тут строить. Я залезу, поставлю. Не, пока не лезьте, я сам пока. Мы с радугой вообще, блин, из страны гастарбайтеров. Давайте бегом, 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 таджики. Не, мы молдавашки. Выкапывайте его, посмотрите. Круто, блядь, нет. Все, он откопался. Все готово. Давай еще. Из этого зумис клик. I made by mistake. Еще? Одного на бункер, парочку на бункер давайте. Слышь, смотри, лестница туда, шус, лестница 150, там есть другой дом, и там бункер. Можно, кстати, понял. Стену одну на другую ставить. Можно выстроить вообще такую зверскую, блин, китайскую, знаешь, стену, блин. Тут нельзя почему-то пока поставить. А, мне нужно подождать, я не нет очков, у меня нет очков. Так купи очки, чё-то. Тут смотри, вот так упасть не может. Ну что поделать, так это жизнь. Так, пацаны, строим следующий бункер, давай. Иди, а 340 американцы. Это 340 на крыше. 340 на крыше. Так. Алло, кто-то будет в них стрелять? 340 на крышах, принят. А далеко? Ну, 30 метров впереди дома первые. Шу-шу-шу-шу-шу, смотри, вот тут тоже бункер, шус, вот тут, вот здесь, шус, сзади. Бля, нельзя, наверное, будет. Сейчас, подожди, строить. Мне нужна помощь, ребята, мне нужен еще один таджик вниз. А ты пол можешь построить, пол? Стройте еще одну, стройте еще одну. Ебать! Ебать! Это с НЕ прилетело, по-моему. Строй, строй вторую дверь, бегом. Помогите, блядь, блядь, американцы! Какого лопата есть? Санитар есть? Я походу строю нижнюю, погоди, я нижнюю строю, оно вот так. Верхнюю постройте мне. Строю верхнюю. И со второго прохода мне тоже надо построить. Мадмак, резайся, да так, наверное, не встанешь. Окей. Okay. Я сейчас лестницу еще наберу. Да, у меня еще 5. Вот там лестница, хуяли, что. Еще копать, что надо? Подожди. Не, пока не надо. Вижу. Да не, это херня откопана, все, ее больше не откоп... Не... А, тут сверху еще стоит, ёпперсти. Не-не, сверху, сверху, да. Сверху построили. Только не могу ее достать, типа, блядь. Ебать, она не строится. О-о-о, строится, да? Строится, строится. Ой-ой-ой. Во, пошло. Меня обстреляли сейчас с 60, они там... Понял, уже за домами. Давайте, аккуратно высовывайте головы и мочите их. Шус, а можешь второй бункер вот возле Ван Банк? Шус, поставь патроны. Очень опасно. Они, блядь! Они раскопали! Джокер, я его убил. Я его убил. Около этих лестницы. Они прям там, они прям притык. В зеленом один. Резните меня или нет, или некого? Да, да, резы. Ровно. Я сразу умер. В ауле. Классно, Димка, да? Классно? Резнул тебя. Все, гибам. А что случилось, Джекер? Резнулся, умер. Ну я тебя резнул, и на тебя американец сразу начал смотреть. Нихуя себе. Так, можно я снаружи базы пробежался, все в порядке, я иду назад. Нужен второй бункер наверху тут. Сейчас я пытаюсь заползти. А, на 330 на крыше. Парни, у нас неприступная крепость, я не могу попасть в нее.
Лестницу поставь с той стороны и залезь. Не, не надо, я не хочу, так-то можно будет к нам залезть. Я лучше пока тут побуду, ребят, давайте сами. А патроны я потом поставлю, чтобы пополнять, хорошо? Да, я пойду отдам делать пятером, блядь. Я пойду отдам тут все. Тут твоё нужно будет, если что. Я раненый? Так, мне нужен человек, который будет за территорией, чтобы... Систа идут, идут систа. Красный. Да, да, красный контейнер. Да, за красным контейнер. Я подниму рейд. Или это уже гилап? Терентий. Терентий. Пацаны, я этих красных я двоих завалил, нормально. Лежит на америкос. Ой, блядь. Ёх, просто. Вы как, ребят, нормально? Так, как нам тут прилетело? Куда у нас кто-то погиб? Нас ГПшат, кажется. Я слышу, откуда ГПшат, я сейчас помогу. Я помогу, да-да, я помогу сейчас. А они с севера будут идти. ГПшника убил и умер. Но я сейчас возражусь, я поставлю патроны. Лечение поставлю, все поставлю. Джокер, ты хиляешь его? Да, да. Давай, я себя хиляю пока что. Давай, наша крепость не должна пасть. Наша крепость не должна пасть. Внутри крепости есть медик? Да. Подними прямо возле радио. Тут. Сейчас я одного поднимаю. Я его забил. Так, появился, рацию контестит. О, блядь, нашу рацию контестит, не могу появиться внутри. Отхиляю. Тут. Да, меня можно кажется, что же полечить? Парни, рация обезопасить. Есть вариант, нет? Что сделать? Рацию обезопасить не могу появиться, рацию пытаются взорвать. Видишь, она красная, кажется. Человек, она значит рядом с нами просто где-то противник. Это надо выйти, блин, и убить их. По-другому никак. Надо выйти, убить на ней. А, я умер. Спасибо. Они откопали нашу главный вход. Я вроде появился. Вази появляюсь, сука. Ух, блядь. Раду, ты меня резь? Ты где? Нажми Enter, ник мой, посмотри где. Блядь, ты за базой нахуй. Сейчас, сейчас бегу, дрог. Радуга полечь? Кого полечить? Ну, спускайся вниз. Меня. Умереть смогу. Блянь. Пойди, Джокер. Погоди, блядь, пойду, сейчас приду. Бля, еще кто-то сдох у нас. Так как мне спуститься, чтобы я самому не сдохнуть-то? Заебись, бля. Так, я тут только ты нет. Я лежу. Нет, 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 я жив. На карте смотри, я с севера. Да вижу, 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 бегу. Опиляю. Блять, они захватывают нашу фаербазу. У меня бинты кончились, Джокер. Джокер, бинты кончились. Ясно. Наше радио захватывают. Где были? Радио уже скользит, я не могу сам появиться давно. Я умер. Да, супер сделали. Они вокруг этой хуйни. Чапали пешком. Ебать, тут парень убил себя. А будет доктор, если я себя перевяжу на базе? Да.
ништяк. Димка, ты не доктор? А что случилось? Там, блядь, дурачок взорвался на базе, мне плохо. Терентий, микрофон. А сам себя не можешь, типа, перевязать разве? Нет, я не давал инфиратора. А? Ты ничего не говорил? Терентий просто в шоке с происходящего. Просто молчишь давно. А Терентий обороняет, единственный, кто остался в точке. Он мертвый лежит. Пошли второй сквад, типа, наверх. Блять, вот будет круто, когда технику добавят. Ну, я еще очень скоро добавят. Ну, как бы еще 2 года разработки, что-то такое. Отжали у нас нашу точку. И самый прикол, они переносят тупо все с Project Reality, они ничего нового не делают. Ну, как бы, там просто есть ограничения движка. То есть, новое что-то они сделают, конечно. Rally, rally. Rally. Что ралли поставил? Rally Cross, Colin McRacing. Давайте сейчас будем назад точку забирать. Весело, задорно. Как понять, сколько тикетов у нас осталось? Сверху справа, 100. 100, это тикеты, понял. Да. Я думаю, мы должны выиграть. А у них не знаю. Поближе хочу радио. У них там где-то 20-х, я думаю 20, не больше. Так, давайте тут поставим радио. Да, чтобы они пошли на следующую точку. Пусть лучше дефаются. Может тут внутри? Почему я не могу поставить? А, кто-то въебал радио очень далеко. Четвертый склад поставил радио на базе, блядь, на нашей. Ты дальше. Дайте я ралли хотя бы поставлю. Да. Ралли не ставится, пошли. Аллах Акбар! Все еще больше 400 метров, блять, да что ж такое? Вот нахуй они ее там поставят под базой? Какой это умный человек? А это наши? Нет, они наши. Давайте, можно ставить, ко мне быстро. Еще один человек. Иду. Ништяк, поехали. Все, забираем точку назад. Это наша земля. Димка, блядь, ты серьезно? Я что, ты уже рядом был? Ты меня убил. Как? Я вообще мертвый лежал. Ты передо мной был, нет? Меня убил? Нет, нет, не был. Бля, значит, ты, я просто навелся на тебя, был Талиб, бля. Там Димка было написано. И он меня убил. Нет, пиздец, это не точно. Я вообще ник без QC. Я так понял, я вообще не было написано. Меня Талиб. Ох, слушай, меня грохнули, и потом лежал.
острый медик? Джокера нет, он вылетел, походу. С Веста идут. We are losing the next cap. Точку, точку, точку. Вернуться-то точку. Берем точку, берем точку. Они с запада, я вижу, бегают. Почти вернули точку. Надо будет потом на юг сходить, быстро отбивать. Сейчас склад 4 ушел. Мне нужен медик на мою позицию. Будет он, нет? Да, я тут. Где ты? Бегу? На четверке. Ой, на единице, на единице. Я там сижу в улье в таком. Под домом. СРК. М-ку слышишь? Их там вся радуга перед нами. Блять, их там до хера. Я видел. Граната, Шус, осторожно. Точно, да? Да. Ах ты ж, блин. Южнее, с юга идут тоже. У нас 10 тикетов, неужели мы проиграем, лол? Мы пились как львы, этого не может быть. Тут где-то американец, осторожно. Точек было больше. Смотри, я тебя вижу, не вставай. Ты убил его, убил? Убил? Там... Нет, нет, я не убил его, я ему сейчас скину туда гранату. А, так американцы нижнюю точку захватили, у нас, короче, на радио снайпер крысит. Блять, граната рядом всех. Нас. Короче, там, где радио, там снайпер всех убивает, поэтому... Да, там кемперит, блин, скотина какая-то. Они бегут с юго-запада, с запада. У них на западе радио. Аллах Акбар! 170 тикетов! У нас почти пол карты было больше этих. That's good fight. Джокер 3.12, лол. А что там говорили поставить в настроечках? Nah, 12 more kills shouldn't... Чтобы размытость убрать. Вот эту херь.
консоли открой, посмотри. Я